Всем привет, с вами Шмыгов, на канале Ушим. Мы сегодня поиграем в игру под названием SnowRunner, что в переводе означает «бегущий по лезвию снега». И это игра про езду. Так, давайте, спасибо, что решили принять участие в основных работах после наводнения. Мы сейчас ремонтируем... Сначала... Так, окей. Сняли. Прежде всего, нужно окрестности. Да подожди, ты снял с ручного-то? Вроде снял. А чё мы так плохо едем? А, это типа наводнюха у нас билась, и все. Я понял, мы в болотах. Если не возле... Здесь пока текущая задача. Нам нужна наблюдательная вышечка, да? То есть нам нужно... А куда нам нужно? Подожди. А я могу поставить точку-то, чтобы это самое... А как? Подожди, а... Просто прямо я еду или что? Подожди, а я могу? А как сделать вот L? Я L хочу. А как сделать АКПП на L? Подожди. А, левый shift. А? Ага, во. Пониженная передачка. Она пониженная, мы вообще не... А, нет. Да подожди, а лебедку-то ты напиши мне про лебедку, скотина, тварь. Ваш автомобиль подключаем полный привод, полный привод Е включил. На обычной дороге лучше отключать пониженную, потому что, видимо, больше будет, меньше будет съедаться бенза, типа... Ну ладно, хорошо. Слушай, но по дороге мы едем очень хреново. Мы прям очень хреново едем. Потому что... Слушай, мы до пятой переключились. Ничего себе. А где скорость? У меня нету скорости. Тихо, стоямба. Скорости вроде нету, да? Но не показывается, то есть сколько я километров... Или показывается, или я не вижу. Видимо, нет, не показывается. Значит, вот там где-то вышка у нас есть, да? Тихо, спокуха. А, нет, вышка не там. Подожди, а где вышка? В смысле? Тут же был... А, вышка... Чего? А, вышка вон там. А, здесь вообще недостроенная дорога. То есть мост. Скорее всего, в игре придется, короче, это достраивать самому. Скорее всего, мне так кажется, потому что это же все-таки бегущий по лезвию снега, поэтому должно быть так. Наблюдательная вышка. Найти наблюдательную вышку. Но мы ищем, собственно говоря, но... Слушай, управление, короче, такое себе. 55 миль в час разрешено, но, опять же, у меня нигде нету скорости вообще, нигде. То есть я... Еду сколько? Не знаю. Стопэ. Подожди, вышка где? Либо по дороге, либо по этому говну поехать, да? Давай по говну поедем, потому что... А почему бы и нет, собственно говоря? Если мы уже здесь едем. Вообще, я видел в роликах игре, что... Да ёптель, чё тебя там заносит-то так? Алё, ты же на Шевроле 4x4 едешь. А, слушай, а может быть полный привод надо отрубать? Или нет? Тихо. Мы здесь проскочим? Опасный уровень воды. Все нормально. Это так и задумано. Мы, походу, проехали вышку, потому что вышка нужна для того, чтобы, типа, карту открыть, да, и показать, типа, чего, кого. Кого-кого. Да, вышка у нас находится вот здесь. И... А мы туда не заберемся. А выйти из тачки я не могу, правильно? То есть я все время на... На колесах. Ладно, давай дальше проедем тогда. Подожди, посмотрим. Тут какие-то домики есть, что-то еще. Но, видимо, в мире произошел какой-то коллапс, а именно наводнение, да? И мы с вами должны...
соединить дороги. Это некий Death Stranding, да? Но на колесах. Ну, в Death Stranding тоже были колеса, но здесь, типа, надо восстановить мир немножко по-другому. Нежели чем вы... Нежели чем воевать с отцом и таскать за собой ребенка. Опа. Что это такое? Контракт? А, или я могу пере... Обнаружена новая машина. Плюс... что? А как я могу туда сесть? Вы нашли свой первый шоссейный грузовик. Это грузовик, наверное, что для езды по дорогам. Посмотрите, не заезжая в него болото или глубокую грязь. Информация. Окей. В смысле, окей. Чтобы сесть в машину, откройте меню функции, нажав V и выберите пересесть. V. А, грузовик. Ну и чё? Подожди, функции. Да подожди, при чем здесь лебедка-то? А как пересесть-то? Подожди, я что-то не понимаю. А, все, пересели. Так, мы с тобой на грузовичке. А, подожди, а мне же нужно до этого и добраться, до карты. Как так... Лесопилка? А, вот здесь есть дорога, да? А, подожди, а почему я на тачке ее не заметил? А, она может быть... Ну, давай на этом самом тогда. Попробуем на грузовике до дороги. Лесопилка. Там, скорее всего, нужно забрать груз какой-нибудь и отвезти куда-нибудь, да? Построить мост или что-то типа в этом духе, или в этом роде, или в этом... А, вот дорога, кстати. А почему я пропустил на джипе дорогу? Лошара, видимо, да? Видимо, да. У меня пониженная передача. О, тут 240 литров есть. А мы не едем вообще. А почему? А назад? А, назад вот так надо. Очень странная тема, но ладно. Прикольно. Подожди, а у меня есть функции. Тихо. Ручной. Эвакуация, удалить груз. А, подожди, а как я делал это? А, вот. Ну, нажмите F. А, то есть, подожди, сейчас. F. У меня был ручной тормоз врублен. Да, через лебедку, короче, можно, да? Как отсоединить? Отсоединить R. Да, все, отсоединили лебедочку. Жесть какая-то. Ну ладно, нормально. Слушай, ну мы лучше... Блин, надо было на самом деле взять этот лучше, да? Так мы вернемся на самом деле, потому что это какой-то бред. Ну типа это очень... Очень тяжело нам будет туда... Я думаю, на джипариусе давай нормальную скорость, потому что тут у нас горочка, в принципе, мы с нее слетим, как на саночках, да?
Да, конечно, жестко, жестко пока. Но ничего страшного. Так, вторая передача пошла. Уля-ля, третья. Ой-ой-ой-ой-ой. И смотри, какие мы молодцы. А сюда-то мы заиберемся вообще, нет? Как вы понимаете, я очень хорошо играю, потому что я уже минут 20 не могу добраться до основного задания, до найти вышечку, да? Но в этом нет ничего страшного, потому что мы сейчас... Ать! Тихо, тихо, пересесть. Подожди, пересесть. А, блин, тут надо... А, да-да-да-да, все, он реверс сделал, типа. Все нормально, выехали. Не подцепили грузовянский. И едем, давай до наблюдательницы хоть доедем, потому что, ну, а что нет-то? Все-таки надо, надо. До наблюдательной вышки-то дает. Окей. Я понял. Ты можешь отключить это говно? Окей. Там я что-то, короче, поцарапал, типа, тачечку, да? И... Подожди, а я вообще сюда заберусь-то на машине-то или нет? Потому что я смотрю, я говно какое-то мешу прям. Такое болотистое, да? Не, ну джипарь, в принципе, нормально в гору едет. То есть это не грузовик. Грузовик бы даже, ну, как бы, то есть... Так. Ну, доехали до этой будки. Так. Отлично, нашли первую наблюдательную вышку. Каждый обнаружил вышку, открывает часть карты. Чтобы древний мост, вам потребуется более мощный грузовик для перевозки строительного материала. А, ну и как я и говорил, да. Хорошо. Так, нажмите карту М. Мы открыли. Значит, здесь есть АЗС-ка, здесь есть каждая наружная вышка, а этот я же читал. Нажимаем, можно разместить на карточку, чтобы пробить поиск дороги и задания. Вы можете удалить, отстань. На лесопилку, короче, возвращаемся за грузовиком, едем на лесопилку, правильно я понимаю? Вроде все правильно. Текущая задача изменилась, на что? На что изменилась моя текущая задача? Опа, нормально я так в болоте-то упал. Так, ну так и что? Подожди. А что мне лесопилка даст? А, наверное, стройматериала она мне даст. И я, короче, за... Поеду чинить мост, короче. Правильно я подозреваю? Ну, видимо, да. А это, типа, можно улучшать, типа, или нет? Ну ладно, сейчас, короче, разберемся. Все очень просто, на самом деле, как оказалось. На первый взгляд все очень сложно, а по факту нет. Да, ай! Твою мать. Функции. Пересесть. Так. Я не знаю, почему на этом самом. Опа. Тихо.
А, нет, слушай, здесь тоже работает. Надо просто долго удерживать кнопочку S, и он тогда назад будет ездить. Не нужно переключать здесь передачу. Понял. Понятно. Так, значит, нам показали, что можно стройматериалы вот здесь забрать с лесопильни, правильно? Да, вот оно заданится. Вот оно. Так. Управление. Стоямба. Управление грузом. Выбранный груз можно погрузить низко без поймы, значит погрузка простой быстро без поймы. Так. Что дальше? А что дальше-то? А куда мне нужно? На городской склад или... Или я типа сюда могу? А это что? Полуприцеп платформа. Бортовый прицел. То есть мне туда, по идее, надо, да? 435 метров. Подожди, а дай-ка посмотрим, как лучше проехать. Вот так по дороге, по этой. Блин, там горка. А, но если возвращаться вот так, там нет моста, во-первых. Да, получается, туда нам нужно. Ой, извиняюсь. Сорямба. Сорямба, сорямба. Так, значит, нам нужно, короче, туда ехать. Направо. А уже горка начинается, а я груженный. А как мы на этом Тарантасе-то тут проедем? Проедем, типа, хочешь сказать? Может быть, надо пониженную врубать? Ну, хотя, вроде, нет, нормально едем. Слушай, да, с грузом он повеселее, короче, ездит. Вроде как. Но, опять же, это не точно. Совершенно не точно. Слушай, мышка на самом деле здесь тоже, да, не нужна, по сути. Потому что... Слушай, нормально мы забрались, вообще весело, бодро. Так, типа, стопа. Прямо проедем и налево, да? А нельзя здесь сделать, типа, моменты, чтобы я видел, куда, кого и как? Метров осталось, да? Сейчас. Пропустите дорогу. Пропускаем. По факту нет. Тачка какая-то, можно, может быть, ее забрать. А может быть и нет. Да проверим. Еще тачка, смотри. Тихо. Это говнецо. А, это говнецо здесь и находится. Вот оно, да. Управление грузом. Загрузка. Металлические рейки. Так, стоп. А выгрузка. Оп. Стоямба. Назад. Чего? То есть я ничего не могу здесь скинуть, типа, да? То есть на склад я не могу ничего отвезти. Скорее всего, да, я... Блин, вот первое мое предположение, что мне нужно ехать к этому... Обнаружен, где он? А, вот этот он? Это вот этот прицеп? Функции. Присоединить прицел. В смысле? Вот это не прицел? Не понял. Нет, это прицел. А почему он не присоединяется? А, может, мне нужно как бы четко типа к нему? Или подожди, может быть, я что-то пропустил?
Нет, здесь только вот этот прицел. Может быть, к этому грузовику он, типа, не присоединяется, да? А металлические... Я не могу сбить эту хрень. А как мне тогда так встать? Да ё-моё. Это типа прям... Нет, в другую сторону. Нет, в другую сторону, я сказал. В другую сторону. Тихо. Ви. А, вот, прицепить. Что он там написал, типа... Да в смысле? А, все? Все, зацепили. Нах, только мне это нужно, короче. Ну ладно, неважно. А что дальше-то? Подожди, а что мне надо вообще делать-то здесь? Это что у нас? Полуприцеп-платформа. Нах, она нужна? Улучшение АЗС, машинка, лесопилка. Еще один бортовой прицеп. А, ничего не понял. Давай сюда доедем. Мне, короче, сейчас направо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может быть, мы... Может быть, мы сейчас там сможем, типа, докинуть доски для моста, я не знаю. Управление очень сильно поменялось, потому что оно стало жестче. Goodbye, давай, да, до свидания. Это самое, и по... Даже хорош, хватит. Сука, не надо так делать. Вот есть АЗС, вот есть что-то там. Подожди. Любой автомобиль можно заправить. Во-во-во-во-во-во-во. Ага. Тихо. А как мне... Я могу построить здесь что-нибудь или нет? Подожди, функция. Включим. Типа я не могу ничего построить? Ничего не понял. Подожди, карта. Так, а у меня нет ни... А, запасные части, кирпичи. Здесь еще какие-то. День, 5 часов. 5 часов. Ну, короче, как-то странненько. Немножко. Немножко странненько. Короче, хз, что делать здесь надо? Может быть, открывать опять вышки какие-то? А за... Улучшения? А что за улучшения? У меня же нет никакого ни опыта, ничего. Туда, я так подозреваю, надо построить мост. А как его построить, если он здесь, как бы, говорит, что... Короче, ничего... А, подожди, вот что это тут такое? Ремонт старого моста. Доставь к старому мосту две доски. А, так подожди. А почему этот мост, а почему не... То есть я могу отсоединить здесь, в принципе... А почему вот не этот сделал? Короче, ладно, какая-то немножко странная ситуация. Но мы не будем на ней зацикливаться, ребят. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмега. Всем счастливо, всем пока. Ну, я, скорее всего, постримлю эту игру. Может быть, кому-нибудь зайдет. Да. Все, всем счастливо, всем пока.